276, ветер вправо по 90, 2-3 метра взлет. Противолодочный самолет Ил-38. С 1967 года стоит на вооружении морской авиации. Предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника. Оборудован пилотажно-навигационным комплексом, поисково-прицельной станцией, магнитометром, обзорным радиолокатором. На вооружении самолета гидроакустические буи нескольких типов, глубинные бомбы, противолодочные ракеты, мины, торпеды, ядерное противолодочное оружие. В воздухе может находиться более 12 часов на больших удалениях от береговой черты. 14 удаление 12 на курсе.